Уважаемые личане и гости нашего города, Лидский районный центр культуры и народного творчества приглашает вас на традиционный районный праздник «Проводы зимы», который состоится у стен Лидского замка 26 февраля. Начнется народное гуляние в 12:00 с яркого театрализованного представления на главной сценической площадке. В программе праздника народные игры, забавы для детей и взрослых, конкурс тематических площадок «Фотозон «Бывай, зимочка» среди организаций предприятий города. Ремесленные ряды и мастер-классы, работа спортивной площадки, аттракционы, катание на лошадях, праздничная торговля с горячими блинами, вкусными угощениями и не только. Лучшее настроение в этот день подарят концертные выступления народных коллективов Лидского района. Гостем праздника и хедлайнером станет профессиональный коллектив из города Минска, ансамбль цыганской песни и танца «Игрица». А кульминацией праздника по традиции будет сжигание чучела зимы Морены и красочный хоровод «Гори, гори, ясно». Кроме того, самых активных участников ждут призы от организаторов и предприятий нашего города.